Итак, всем здрасте, товарищи. Так уж получилось, что вы проходили мимо, я тут играю в Infested Planet, и я надеюсь, мы постараемся ее пройти. Тем, кому интересно, можно посмотреть стрим, он в описании. Я там начинал сначала, здесь также начну прямо сначала, потому что, ну, уже примерно прикидываю, как играть, там, исправить свои ошибки в прохождении и допройти игру там, где я еще и не видел ее. Собственно. Да, это такой... Более такое расслабное будет прохождение, довольно быстрое, я думаю, сильно к нему возвращаться не будем, то есть эти вот недельные челленджи выполнять не будем, пройдем только кампанию. Так как DMC уже пройден, скоро будет выложен, до Нового года я постараюсь. И после Нового года с чистой совестью начнем продолжение DMC Virgil's Downfall. Но это уже все потом, а сейчас пока расслабляемся немножко. Skip intermission. Нет, давайте не будем скипать ничего. Drake's Devil. Ooh, rise and shine, you devils. Ну, не особо хочется повторяться, но для тех, кто не смотрел стрим, уж придется. Управляем мы... Это такой, такая смесь старой доброй игрушки Cannon Folder и эдакого Tower Defense. В чем суть? Есть планета, населенная... Так... Есть планета, населенная всякими тварями. Ну, то есть этими тараканами. Мы ее доблестно пытаемся вычистить и организовать пригодные для жизни, ну, людей. Местная флора и фауна, конечно, это, ну, сопротивляется этому. Еще не понимаю, на кого напрыгнуло. Их, конечно, больше, но у нас технология и тактика, стратегии и прочие штуки. У меня такое ощущение, что игра все-таки громкая. Подождите. Надеюсь, нормально. Так, вот вычистили гнездо. Все тут как бы делается по этим контрольным точкам. Захватываем контрольную точку. И радуемся жизни. За это нам дают эти вот BP. Би-би-би-би. Короче, какие-то поинты. Пока не объясняют, какие. Ну, в смысле, я не помню, чтобы их вообще тут объяснили. Ну, как бы суть ясна, что командные очки, да и командные очки, на которых мы покупаем заодно и наши войска, и здания. Ну, то есть здания имеются в виду такие турельки, скажем, и прочие штуки. Но об этом позже, сейчас пока просто проходим такое обучение. По ходу дела буду объяснять, что новенького будет появляться. Простите, кашель что-то одолел меня в новогодние праздники. Но ничего. Вот, применяем маленький элемент тактики, выбегая в тыл врагу. Вот, врагов несколько видов, вот как видите, вот эти вот твари, которых надо уничтожать быстрее всего, они стреляют. То есть работают на дальней дистанции, это саранча, короче, прет и прет. Ну, благо нам тут ребята помогают, так что никаких сложностей не должно возникнуть. Просто, что называется, ждем. Пока у нас нет ни гранатометов, ничего такого, чтобы можно было быстрее с этим всем разбираться, ну и да ладно. Захватываем последнюю точку. Миссия пройдена. Русификатора на просторах нашего интернета я не нашел, но... Думаю, без него все понятно. Ну, если что, объясню. Так, 3 улья уничтожено, 26 башен. Не знаю, что это имеется в виду. А, это имеется в виду вот маленькие споры, через которые они спаунятся. 12 тысяч... пришельцев. Ну, понимаете, масштаб. Так, никого не потерял. Экономика здесь. Миск. А, это что произошло? Сколько раз я стрелял с пулями, ракетами. Commons issues. Не особо понимаю, что это. В дальнейшем у нас появится магазин. К нему вернемся, когда он появится. Так. Сюжеты идут. Ноябрь 2145 года. Вот. Появляется понемногу
модельки интерфейса. То есть вот, например, мы видим наш состав. Это простые пулеметчики. Они просто стреляют, просто убивают. Быстренько захватываем улей. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, нет, сюда-сюда. Выравниваем позицию. Вот, у нас появились БП. Можем быстренько нанять себе еще стрелочков. Что мы и сделаем. Вот у нас уже вдруг и... Сколько? 3, 6, 8. Начальное количество 8. Дальше это можно будет прокачивать. Вопрос в том, нужно ли это будет, потому что можно идти немного... То есть, например, так сказать, в развитии отряда его мощности или его количества. Количество, качество. Ну, то есть, обычная такая тема. Но на этом мы уже посмотрим. Ну и плюс потом, когда появится здание, можно еще прикидывать, как технологиями задавить эту саранчу. On the move. Ребята, стреляйте в него, стреляйте. Вот, вертолет нам что-то приносит. Давайте сходим, возьмем. Принес он нам дробовиков. И теперь некоторые ребята в моей компании... радостно изничтожают все дробовиками. Дробовики очень полезны как раз против этих мелких тварей. Они скопом уничтожают сразу штук по 10, наверное. Вот. Продвигаемся. Пока что у меня нет медиков, и скорее всего скоро у меня кто-нибудь умрет. Такс. Пока вроде никто не умирает, так что пойдемте быстренько, пока есть возможность отбить. Вот этих обходим. И потихонечку, потихонечку, полигонечку. Встанем даже сюда. Вот кто-то из нас их умер. Мы можем заказать еще одного. Давай к нам. Мы будем тобой гордиться. Ну еще, подкрепленница. Все, давайте. Все в бой. Так, ты застрели этого. Самое интересное, даже если какой-нибудь один тараканчик проскользнет, он может перехватить вашу точку. Что может быть уже опасно. Ну, то есть, не опасно, а... Он захватывает точку, появляется улей, он начинает плодиться, и это... То есть, вам, грубо говоря, могут с фланга зайти. А то и с тыла. Что будет очень плохо. Такс. Вот, два солдатика потерял. Бывает. И вот, наконец, появляется у нас магазин. Вот, медипак... Medical Pod, очень нужная штука, которая лечит. То есть один из солдат цепляет за собой такой контейнер, и он начинает его лечить. То есть его и всех рядом стоящих в отряде. Очень полезная штука, но стоит дорого. Так что, наверное, предлагаю. Да-да-да, чтобы у меня был дополнительный чувак с дробовиком. Экстра шотган. Да. Потихонечку будем копить на медипак. Медипак. Только, знаешь, старкрафтовские термины. Медипаки. Медиваки, медипаки. Маринеры. Знаменитая тактика с 3М. Вот, сейчас нас учат тому, что как бы вот есть укрепленные такие штуки, которые просто так не разбомбить. Но у нас есть Shortcut G. Rocket Launcher. Вот, типа, нас тут сколько бойцов? Пятеро. У каждого... А, ну вот, типа, и количество... Ну, собственно, что бы я докуплю на все остальные, чтобы не было побольше гранатометчиков. Вот мы бежим вперед. И начинаем отстреливать. Всю эту тварь внеземную. Так, отстреливаем. Оп, тихо, слишком близко к ним подобрались. Да, вот, тратится, видите, вот эти вот аму. Боеприпасы. И вот их уже у меня не осталось. А чтобы их пополнить, надо взять вон там. Так, во-первых. Во-вторых, сюда. Ну, кстати, спокойно, спокойно отстреливаем все это дело. Продвигаемся ближе, еще отстреливаем. Бежим, берем. А, ну все, разбомбили. Набрали боеприпасов. Докупили себе еще бойца. Встали в позицию и... Ой-ой-ой, вот тут, короче, сейчас вот начнется.
Мое любимое, что называется. О, да, going fun. Этим я и собираюсь заняться сейчас. Вот видите, мы купили вначале, типа, что у нас будет экстра чувак с дробовиком. Вот он сразу у нас в первой же миссии есть. Потом я куплю еще один экстра, и будет два. То есть вот, вот он, вот один с шотганом. Давайте, надо подходить поближе, а то мы так никогда не закончим. Расстреливаем всю эту нечисть, чтоб не плодились они еще. Сразу туда несколько запускаем. Отбиваемся. Отходим, чтобы чувак взял еще боеприпасов. Так, ага, я одного потерял все-таки. А, и один еще скоро сейчас сдохнет. Давайте подойдем, чтобы захватить. Так, нет, еще рано. Вот сейчас самое время. Так, берем еще бойца. Вот, показывают, типа, чем дальше, короче, чем дороже маринеры будут стоить. Вон, Marine Cost. То есть он там сейчас, у тебя одного убрал, вот он 7 стоит. Оп, этот 8 уже стоит. Следующий будет стоить 9. Ну, это еще накопить надо. А я, наверное, не смогу купить, потому что у меня не хватает, так сказать. Ну, в смысле, мне не хватает, а у меня количество отряда ограниченное. Так, вижу, там уже кто-то стреляет. Так, встанем в позицию, отстреляем все это дерьмо и начнем. Благо, сейчас они прям под ногами валяются, так что это не страшно. Ой-ой-ой, вообще очень-очень-очень-очень-очень неправильно поступаю сейчас. Но шут бы с ним, нам главная победа. Ладно, можно отступить. Нормально, точку выбили. Так, о, отлично, у меня там чувачок респанулся и потихоньку прикрывает ее. А мы сейчас разберемся, пока с тыла здесь. С тыла с жару. Нормально, нормально, держимся. И давайте с другого тыла, ребят. С другого тыла, да. Давай, просто все туда, все туда, все туда. Не жалко нам. Теряю бойцов, да, теряю бойцов, что поделать. Но зато быстро прохожу, хочется побыстрее пройти эту обучалку. Да все, все, наша взяла уже, не брыкайся. А, все, нормально, захватываем. А, мог еще докупить. А, нет, не мог. Ну ладно. 10 бойцов потеряли, да. Я так понимаю, вскоре будут какие-то там пенальти за это давать. Но пока не знаю. Пока что мы неплохо так уничтожаем. Еще раз магазин. А, опять на этот не хватает. Дополнительный боец, сейчас пока нам это не надо. Дополнительный дробовик. Бункер, вот это хорошая тема, когда вы захватываете точку, то есть прибежавший таракан, он не может сразу ее отхватить. Ему придется сначала побить бункер, то есть от этого он один его будет колупывать очень долго. Но если даже они скопом накинут, все равно это будет довольно продолжительный период времени. А потом, если сейчас идет медипод, если его прокачаете, то можете подойти и еще и здание получить. Ну, то есть разнообразия в игре достаточно, что мне в ней и нравится. Так, давайте все-таки дробовичок возьмем дополнительный. И да, понадеемся, что нам 1010. Даже если нам будет 7000, блин, это будет мало. А, блин, не посмотрел, сколько там было написано. Нам дадут за миссию. Надеюсь, где-то около 10. Тогда мы сможем победить. Вот, нам уже советуют, что, мол, теперь можете строить такие штуки, которые будут прикрывать вашу базу. Вот мы ее и поставим. Поставим, докупим парочку. Парочку пехотинцев. И не мудрствуя лукаво, побежим в бой. Пока у нас там прикрыто, здесь бок прикрыт. Сейчас мы возьмем одну вот эту точку. Просто так, нагло. Так, приготовимся бить дробовиками. Ой, дробовиками. Товарищами.
ракетами. Давай, в тебя. Отлично. Все, я считаю, точка наша. Да, можно потратить парочку ракет, чтобы быстрее все это закончить. Что происходит? Все, нормально, все нормально. Так, и добираем боеприпасов. Здесь они, по-моему, пока что не ограниченные. Где-то потом будет такой момент, что они будут кончаться. Что как бы меня на самом деле радует. Ну, то есть такой... Нельзя как бы сломя в бой нестись и расстреливать все из мощных базук, так сказать. Но и без них никуда не деться, иногда приходится. Все как бы правильно. Так, давайте одного бойца отправим, чтобы он нам набрал боеприпасов. А сами пока встанем на точку. Так, 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 чистую волну покоробим. Вот, 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 вот. Да-да-да. А, пушка до меня не достреливает, это хорошо. Сейчас мы до нее сейчас дострелим. Все. И до вот этого. Кончились. Ну, ладно, расстреляли так. Бедный таракан, он еще не знает, кто его там ждет. Ладно, давайте доберем нужных нам ракет. И ворвемся в бой. Расстреливаю все подряд, только они близко. Отходите, ребята, отходите. Сейчас расчистим себе путь. А теперь пойдем работать ракетами. Вот туда попади ты. Ладно, пойдем, стреляй. Все. Дополнительный маринер. Да, вон там еще один будет. Еще у нас будет работка. Так. Так, быстренько набрали. Да, до максимума, отлично. Что-то дополнительный паренек почему с нами не пошел. Давай вперед. Вот видите, как работает человек с дробовиком. Представьте, что если будет, когда их будет несколько. Это будет вообще просто смертоубийство. Так, 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 так. Давайте все патроны туда. Ну, малой кровью, что называется. Что это значит? Шорткат. А, это я могу, короче, выкинуть со всего отряда их способности. Ну, то есть способность, как их оружие. То есть, например, сейчас это... Извините. Срочное сообщение на почту. О, кто-то комментирует мое видео. Замечательно. Надеюсь, это тоже будет комментировано. А, что это значит? Вот, я сейчас бегу назад, беру дробовик. Вот, все, дробовик поднят. Но сейчас у нас задание другое, по-моему. Что-то с этими турелями сделать? Ну, докупили мы еще паренька. Я что-то не помню, я вроде все сделал. Да, на стриме, по-моему, я тупил меньше. А, говорит, типа, атака готовится. Надо, короче, это... Продать бойцов, я ничего не понимаю. Ну, короче, скинул ее, да. А, ее на базу, наверное, надо. Или как? Идул биндинг. Или что, я не понимаю. Вот, вот он взял. Вот он подошел. Может, сюда надо скинуть его? Нет? Тебе не нужно? А, на базу скинуть, наверное. Ну-ка. Че теперь? Ничего. А, или я типа скинул, или смог дополнительно его купить? Я что-то нифига не понимаю.
Давай на базу как-нибудь встанем. Может быть... И что теперь? Я помню, что турель надо сюда ставить, но... Сначала, по-моему, что-то должно другое произойти. Я не понимаю, что должно произойти. Чего от меня хотят? Ну вот я взял дробовик. Вот я не взял дробовик. Это я так могу долго угорать, да. Все, докупил всех. Ну, дробовик. Что дальше-то, товарищи? А. Чем тебе советуют к этой турели подойти, не понимаю. В чем смысл? Ой, погоди, а тут была турелька. Она пропала уже. Стой. А, вот! Все, вкурил. Можно каждую турельку вот так вот, короче, это вернуть за нее очки. Все, это и можно бойцов, короче, обратно возвращать. Да, хоть типа всех. Да, ну еще парочка нужна нам будет. Все, хватаем. Вот хорошо, удобно, что не нужно каждого отдельно тыкать. Типа, ты возьмешь это, ты возьмешь это, ты возьмешь вот это. Тыкаешь спокойненько, они все идут выполнять свое действие. Все, и шотган обратно заберу. Так, все, теперь сюда надо поставить 6 турелек. О, все, я все вспомнил. Ну, практически. Пошли турельки. Раз. А че, я не могу, типа? Ну че, на В? Давайте попробуем. Два. А, это надо еще так делать. Давай. Че-то не хватает. А, бойцов мало. Да-да-да, я чувствую, что кто-то подбирается к нам сзади. Все, мы еще прикроем отсюда. Тут сейчас как и просто миссия, я ни черта не понимаю, что происходит. Но что-то происходит здесь. Причем полный ужас, короче, какой-то. У меня и эти стреляют. И эти улитки, короче, стреляющие посадились и так далее. Нам, короче, советуют, типа, выдержать hold the line. Ну, ладно, это мы можем. Да, и пока нас прикрывают, ребята, я отстрелю всю эту фигню. И спокойненько нападу на них. Еще позахватывая вот этих штук. Так, 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 так. По сторонам стреляйте, ребятки. Этих настреляйте, этих настреляйте, этих. А теперь давай. Не-не-не, дострелить надо их всех. Все-все, чтобы точно. А то мало ли чего. Нельзя оставлять с собой. Вот всего 3 солдата потерял. Вот вполне-вполне. Ну, что 8 минут проходило, что ли? Ну да. Ах, денег мне маловато. Далее. А, погоди. Прям уровненько хватает на бедипот. Мины можно расставлять. Но это так, знаешь, какие-нибудь густые перешейки. Перешейки. Ну, такие эти проходы узкие в горах. Очень удобно. Ущелья банкийские минировать. Hill soldiers and buildings in range. Maybe towered by a marine or detached. Отлично. Все, теперь у нас есть хилка. Один чувак с дробовиком и куча таких парней. Ну, не предел мечты о ней, конечно. Но вполне. Депак сразу мне не дают. Говорят, сейчас надо, короче, определенное количество чуваков с дробовиками сделать. А, собственно, всех. И, видать, ну, нас, короче, учат в каждой миссии, как использовать там... Вот
дробовики, сейчас скажем, да? То есть не дробовики, а вот этих вот чуваков с дробовиками. Что, мол, они вот эффективны против вот такого густого скопления. Ну и как вы видите, это реально так. Единственное, что надо не забывать постреливать с гранатометов, пока они у меня есть. А то это я буду очень долго сидеть здесь. Так. Ну, это мы пробьемся. Наверное, сделал как в прошлый раз на стриме. Я обогнул вот это все дело. Потому что пробиваться тут это немного сложновато. Ну, то есть как немного сложновато? Я бы даже сказал глупо. Давайте, давайте, ребятки. Сделайте из них фрикасе, как говорилось в одном фильме. Так. Ну и довольно эффективно вблизи, конечно, дробовики, даже против зданий. Просто разносят их за милую душу. Ну и все. Теперь вся утка наша. Да, вижу, вижу, вижу. 6 очков мне дали, спасибо. И сейчас, кстати, нам что-то привезет вот этот парень нам. Вот, медипак, блин. Зачем я его купил? Так, тогда мне надо, наверное... Да, вот я могу его теперь купить, но у меня он как бы есть. Вот, и видите, то есть я могу за ноль, да, вот купить это за бесплатно, так сказать. Вот, видите, потом появятся снайпера. Вот я хочу до снайперов докачаться, хочу снайперов себе больше. Давайте возьмем еще одного бойца. В принципе, я могу его прокачать даже, не понял. Убрать. А, бойцов. Все, да, понятно. Я продаю, что ли? Да, продаю. Перепрокачиваю, что называется. Все, все, все. Давай, короче, ты отпусти. И нам нужно, чтобы вот этот паренек это взял. И вперед. Ну, так как у нас есть хиллер в отряде, то нам не сильно страшно. Хотя могло бы быть. Так, быстренько встаем куда надо. Так, 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 хиллер, хиллер наш хилит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я упустил момент. Срочно отстреливаем дерьмо вот это. И... наверное, все-таки нужно поставить, обезопасить нас с этой стороны. Да, так мы и сделаем. А сверху мы уж пойдем сами. Так, вперед, бойцы. Все, теперь у меня все с дробовиками. Ладно, этот выдержит один. Давайте пойдем. Нас тут вон, ребята там ждут. Так, в линию. Это, болванчики неплохо понимают, какое нужно построение, когда ты жмешь именно. В какую сторону они пытаются в линию выстроиться перед ней. Ну, то есть, перпендикулярно направлению, как-то так. Так. Выкашиваем, выкашиваем, а то они будут плодиться... до безобразия. Много. Ох, сейчас тоже, короче, с фланга их возьмем. Давайте, давайте, давайте. Прям по шустряку. Хопана. Все, и пока они там будут идти внизу, я все уже. Воу-воу-воу, дерьмище-то какое. Теперь вниз. Пока что стоим. Ах ты, сполота. И тебя давай убьем, чтобы нас с угла никто не принял. Да ты серьезно живучая какая. Наконец-то. Все, наверх. Нормально, нормально. Точка у меня захвачена. Так. И я, наверное, еще здесь одну поставлю.
чтобы не беспокоиться. Так, здесь все прихвачено. Здесь у меня бойцы стоят, не глупят. Давайте начнем. И отходим, и отходим, и отходим. Привлекли внимание пока мест. Давайте с уголка подойдем. Нет, ее. Вот в туда начнем. В туда, в туда, в туда. Ну, особо этот угловой не нужен. Мы еще успеем с ним разобраться. Воу, ребят, вы что упускаете? Да как такое возможно? Давай все назад. Ну да, короче, тут по-другому никак. Давай, 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 давай. Ну ничто захватит, а? Не успел. Ну, сволочи. Беспощадно сейчас вас уничтожу. Вот так, все захватываем. Одна справляется, справляется. Ладно, значит, мне надо с этого угла захватить, а там посмотрим. Вперед, вперед, наверх. Жалко, еще нет у меня офицеров, чтобы я мог быстренько передвигаться. Вот, один улей готов. Так, встаем куда нужно. Отстреливаемся. Так, нет, нет, нет. Вот так, да. Чтобы до меня не дотягивались. Собираем БПшечки. Так, мне тогда откуда знапали, знапали, знапали-то? Знапали-то на меня откуда? Так, не, ребят, ребят, все, 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 все на базу тащить теперь. Вот. У нас тут ничего нет. Закупиться бы. Еще один медипадом, может. Нет, далеко так ставить не буду, ничего. Просто здесь еще один на всякий случай. И начнем бой. Еще одного бойца нам с дробовиком, конечно же, бы хотелось, но нет. Тогда медипак возьму. Вот. И ты его сам на себя и примеришь сейчас. А, да? Прям, прям все. Да, отлично. Зачем мне турелька выбрана, не понимаю. Так, 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 все. И с этой саранчей разобрались. О, идут там уже на меня. Так, надо быстренько с этой разобраться. Даже посерьезнее. Подходим, не отстаем. Так, чтобы поменьше было сопротивление, сначала с углов начнем. А теперь прям по центру. Так, давайте лечите меня, турельки. Турельки. Лечит, лечит, хорошо. Хорошо, что две взял, правильно. Все с дробовиком. А, ну кроме вот этого с дробовиком. А почему-то я не могу его сделать с дробовиком, кстати. Вот, теперь могу. Теперь могу даже еще одного чувака нанять. А, с дробовиком его сделать не могу, ну ладно. А, вот, сейчас могу. Давай, все набрали.
Все взяли его, теперь все на базу. Все, еще дробовиков, еще бойца, еще вперед. Просто уничтожаю. Стоп, 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 стоп. Дотягивается. Должен прикрыть. Мы сейчас все перебьем. Во-во-во, ребята, вы че, вы че, вы че? Когда не близко к вам подходит, тоже стреляйте-то, однако. Отлично, как я их с тыла взял. А, мне так и надо было выполнить. Отлично, я-то думал. А, я все захватил, точно, вон их 8. А, не, никого не потерял, кстати. Медипаки, чуваки, лучшее, лучшее вообще. Я думаю, мы дойдем до карты в этой серии, где нам уже скажут, ну, чувак, короче, теперь выбирай, куда хочешь идти. Там, наверное, закончим первую миссию, первую часть. И посмотрим уже дальше. Power up. Extra soldier hired help. Да, экстра. Еще дополнительный солдат. Дополнительный дробовик. А, в начале это имеется в виду. А, медипод, чтоб сразу был. Это тоже хорошо. И офицер. Или офицер. Офицер это вообще клево, потому что мы можем очень быстро перемещаться. Но медипак, он, наверное, все-таки пополезнее будет. И вот все, больше ничего не могу купить. С бункером тоже проблема. Так, 10 тысяч сулят за миссию. Пойдемте, заработаем их. Запускаем. Вот, у нас сразу медипак. И мы не мудрство, а лукаво. Атакуем. Не спрашивай, что называется разрешение. Воу-воу-воу, ребятки, ребятки, вы чё? Ой-ой-ой, чё тормозит? А-а-а, кто-то решил меня посмотреть. Обойдётесь, ребятки. Я занят. Какие настырные, а? Я не докупил. Да что ж ты будешь делать так, как хотят посмотреть? Не. Я бойца потерял, по-моему. Это не есть хорошо. Так. Остановить. Остановить здесь. Здесь Steam. Опять, по-моему, забыл, что я не отключил трансляцию и прочую штуку. Вот, вот. Только приглашенные друзья. О, можно сдаться, кстати, если интересно. Так, понимаю, почему не идет, не идут дела, нету дробовиков. Ой, чувак один на базе стоит, прикрывает. Отлично. Вот тебе и вся тактика. Воу, 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 воу. Родили тут, понимаешь, штуку какую-то. Ну чё, нормально. Ты туда стреляй, сейчас убьют всех. По-моему, пока еще никого не потерял. Хотелось бы верить в это. Так, ты давай сюда. Нам нужно поставить турельку так, чтобы она... Вот, да. Чтобы она прикрывала все это дело. А пока тут мы ее прикроем. Обойти никак нельзя. Обойти никак нельзя. Так что бросаемся в бой. Ой-ой-ой, камера, 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 камера. Что ж ты делать-то, Буш? Все, на месте. Target.
Макс. Нормально, надо рассредоточиться. Так, ребятки, ребятки, всех убиваем, всех убиваем. Но особенно вот эту тварь. Отходим, отходим, отходим. Ну, почти уничтожили. Вот. Отмучилась. Так, чувак с дробовиком, ты что, не хочешь воевать, что ли? Давай, выходи. Все. Вот, вот и все. Быстренько захватываем, отбиваясь по всем фронтам. Теперь, наверное, надо подумать на будущее. Мы сейчас сначала вниз пойдем отбиваться. Ах, мне не хватает. Берем одного бойца. Поставим турельку. Она тут будет. Вообще в идеале. Это не сюда. Не-не, нормально. Пусть стоит. Че? Я же могу снять их. Я опять забыл. Мы же продвигаемся вперед. Нам не нужно больше. Теперь нам больше боец пригодится, чем боец с дробовиком. Так, нет, зачем мне сюда, мне надо... Вот, 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 наш сейчас возьмет, нас больше. И да. Быстренько сюда. Они же учились. Да, началась эта вот тема с мутацией. То есть, чем дальше мы фигачимся с инопланетной тварью, тем больше они защищаются. То есть, вот, у них появилась мутация такая, как ставить мины. Мины эти мне еще надо подрастрелять сначала. Вот, я как-то нападаю, сначала расстреливаю мину, только потом могу пройти. Это, как нетрудно догадаться, тормозит процесс уничтожения этих тварей. Такой определенный защитный механизм у них. Я вот не могу сейчас просто побежать ракетами стрелять, потому что будет, ну, сами понимаете. Мне надо сначала подрастрелять, получить урона. Пробить себе путь. Сейчас надо очень осторожно себя вести, потому что мина спаунится обратно. Не забывай, что надо расстреливать все вокруг. Так, ну ребята умно действуют, когда стоят и видят в радиусе мину, начинают ее обстреливать. Но они спавнятся обратно, что самое дерьмо. О-о-о. Чуть-чуть не взорвался. Так, ну тараканы сюда уже не пройдут никак. Я себя обезопасил. Это можно снимать. Тут одна справится. Вот стопудово я сейчас уничтожу. И обязательно... Они как-то опять прокачаются. Ну... Стал сильнее, умнее и прочее. Так, вот еще. Мажу. Ничего, ничего. Тараканов, тараканов-то отстреливайте. И... Все, 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 захватываем. Мина! Фу, нормально, выжил. Так, что он теперь умеет? Регенерация, вот это плохо. Так что надо будет нападать и добивать сразу все. В первую очередь надо осторожненько обходить мины. Тихо-тихо-тихо-тихо, я тебе дам. Я тебе взорву сейчас. Да, у меня тут очень много всего.
Сейчас будет интересно. Думаю, есть резон, да, построить вышечку, чтобы закидывать их ракетами. Вот она, родная. Вот оно. Говорят, сейчас стоит, но недорого. Давайте попробуем. Например... У них же регенерация. Я зря сейчас использую. Но... Хотя проверим, полетел ли. Да, полетел. Ох, на, хорошо как. Неплохо пострелял. Но сейчас они отрегенерируют. Что самое... Да, вот, началось. Надо это делать, что называется, параллельно с основными действиями по отстрелу этой твари. Ничего, пока мы пробираемся вперед. Давайте поутюжим их мальца. Даже два раза давай. Все равно мы сейчас подберемся уже. Неплохо, неплохо получилось, я могу сказать. Ой. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Не норовитесь. Нормально, все выжили. Да, там профессор рассказывает, что... Эй, чувак, там такое дерьмо происходит. Ну да, я заметил. Идем один медипак еще. Поставим одну турельку сюда, чтобы не беспокоиться. И пока есть еще деньги, еще чувака с дробовиком. А теперь вверх. Все, заплодили. Ой-ой-ой. Это я пропустил. Пропустил минный обстрел. Давайте, ребятки, давайте. Нормально. Малой кровью, конечно, обошлись, но хотелось бы вообще ничего не получить. Контратак, longer points and контратак with amazing speed. Да, чем дальше, короче, находятся враги, тем сильнее будет контратак. А ничего, справляется. Так, давайте тогда... Дробовик, боец. И потихонечку начинаем прорываться. Там дальше их закидаем авиаударами. И сюда один. Хорошо, все, ну давай, захватить точку, главное еще. Так. Отбились, неужто? По-моему, последняя точка, да? Да, еще прям добей тараканов, давай. И, наверное, добил бы, короче. Ну, блин, два правых солдата погибло на этой миссии. Жалко. 10 тысяч.
Итого, вот сейчас можно под офицера подумать. Или дорого все. Да, давайте офицера возьмем. Дополнительный офицер на миссии никогда не помешает. Вот, собственно, и начинаются вот эти вот замечательные миссии. Наверное, пройду одну миссию с бонусом. Она очень прикольная. Sudden Strike. То есть, что значит этот бонус? Я сначала думал, что мне дадут какой-нибудь там это халявный апгрейд. А оказалось, мне просто... Чем быстрее ты убиваешь, то есть есть таймер, чем быстрее и больше ты убиваешь, тем больше ты бонусом получаешь денег. Соответственно, если тебя кто-то умирает, с тебя снижает это, если там теряешь точку, тоже с тебя это снижает и так далее. Давайте, она должна быть быстрая довольно. Ну, в прошлый раз, например, я прошел довольно быстро. Давайте. Да, говорит, вот эвакуация через 2 минуты, так что давай, чувак. Поэтому я сразу закупаюсь дробовиками. И все, как бы. Вот, у меня есть офицер, я довольно быстро перемещаюсь. Да, теперь срочно надо купить медипод. А то сейчас кто-то умрет у меня. Давай. Быстрее. Отлично. Прям офицер был на грани. На грани смерти, вот серьезно. Так, быстренько донеси-ка, чтобы у меня была одна еще ППшечка. Вот еще одного бойца прикупить. Донес. Водонес. И дробовиком тебя. И теперь мы поиграем. Отлично, отлично, офицер жив. Кто у нас тут еще? О, а вы близко. Так, а что-то я упустил. Еще не знаю, атакую. Дай бог упущу точку, будет плохо. О, еще один офицер. Это вообще замечательно. Так, быстренько стал с чуваком с дробовиком. Так, отряд разросся. Так, не давайте вы все туда пойдете. Такие. Мы все делаем вместе. О, всего 3 ули осталось. Сейчас мы их пробьем. Так, принесли. Оставлю-ка я на всякий. Да не ты. Ну, ладно. Наверное, еще один медипачек взять. Давай, давай. О, вот видишь, когда он рядом с офицером, он довольно быстро перемещает. Что, нас, что нам очень и нужно. Да, давайте возьмем еще один медипак. Еще одного солдата. И он, конечно, будет с дробовиком, с чем же еще. Вперед, мои верные. Начинаем отстрел. Ага. Так, они чему-то научились, но мне уже на самом деле дико пофиг. И
так, что называется, я возьму. Не знаю, зачем я купил этот... как его... Хотя нет, знаю. Живите, ребята, живите. Медипаки, зачем я вам покупал? Хм, да это уже почти победил, я смотрю. Да, сейчас еще самолет прилетит. Однако. 4 минуты всего. Никого не потерял. Всех уничтожил. Очень мало использовал оружие. Переработал. Реклайст. А, было, да. Вот как-то так. Сразу 30 тысяч у нас на кармане. Можем сразу делать себе бункеры. Но бункер это не особо нужная штука. Тем более все равно мы частенько будем ставить турели какие-нибудь. Нам бы лучше... Хотя или бункеры, правда. Экстра офицер. Но я даже не знаю. Экстра шатган, экстра медипод. Не, медипод всегда вот нужная штука. Но в принципе... В принципе... Бункеры, наверное, нужнее будут. Чтобы я не сильно за ним беспокоился. Или сильно за ним беспокоился. С офицером-то, в принципе, бояться нечего. Погоди-ка, а чё мне... Чё мне еще раз офицера предлагают? Single mission and extra officer create provider single mission. For single mission. Ой, я только допер на одну миссию. А я думал, это синглплеер имеется в виду. Понятно. А вот это уже всегда будет, да? Главный такой апгрейд. И это вот такой главный апгрейд. Да, вот, а эти отмечаются, типа, вот сингловый на один раз. Блин, я вообще тупил, оказывается. Да, давайте тогда вот это возьмем. Блин. Ну, мы узнали сегодня кое-что нового, как минимум я точно. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте покупать игры в Стиме. Они там сейчас по дешевке продаются. Зимняя распродажа. Мы продолжим где-нибудь уже в следующей серии. Блин, нифига себе, это я час поиграл. Отлично. Я-то думал, на 20 обучения пройду. Ну ладно. Увидимся. Надеюсь, вам нравится такой формат, когда я прям долго играю, такие long play. Мне, в принципе, самому это удобнее, потому что... Ну, чтобы потом не резать, и видео сразу большое. Вот так вот. В общем, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там, репостите, ретвитьте, умоляю, пожалуйста, рассказывайте друзьям и прочее. Всех вас люблю. С наступающим, да.